Эй! Привет! Как ты? Я в кровати. Да. Не помню, как ложилась. Нет. Я что-то пропустила? О, довольно много. Звонила Энджи, сказала, что останется на ночь у Нины. По-видимому, с ними все в порядке, ты не должна волноваться, как обычно. Ради бога, оставь ее в покое. И еще звонил твой отец. В основном жаловался на политиков. Кажется, он на них очень зол. У меня тут про это аж несколько страниц. Я обещал позаботиться об этом. Убрал стук в стиральной машине, навел порядок в кухонном шкафу, оптимизировал фотосинтез на клумбе и собрал квадроцикл. Что собрал? Я нашел в гараже разобранный квадроцикл. Там ничего не было? Я изобрел квадроцикл. Что со мной произошло? А ты не помнишь? Я была напугана. Очень напугана. И не знала, где нахожусь. А теперь знаешь? Да. Ну, тогда тебе лучше поспать, потому что ты теперь в безопасности, обещаю. Спокойной ночи, Клара. Значит, ты меня охраняешь? Ну, да, охраняю. Да-да.